ставшее традиционным для жителей французской столицы развлечение «Парижский пляж» в этом году изменило местоположение. Поваляться в шезлонге на песке и поиграть в питанг можно с 20 июля по 19 августа на правом берегу Сены между садом Тюильри и мостом Арколь, а также в районе парка Вилет. Перемещение объясняется проведением строительных работ.